14 февраля в помещении Центральной библиотеки номер 15 имени Ключевского состоится встреча с читателями известнейшего ученого, исследователя мозга, доктора биологических наук, профессора Сергея Савельева. Адрес: город Москва, Большой Факельный переулок, дом 3, строение 2. 3-4 минуты пешком от метро Марксистская. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться. Ссылка на регистрацию в описании ролика.